Ребята, как вы знаете, мы живем в старинном доме в Италии. И сегодня интересное видео. Досмотрите его до конца. Оно о том, как Вероника нашла дневник девочки, которая жила здесь много-много-много лет назад. И чем закончилась эта история, вы узнаете в конце. Привет, что делаешь? Особо ничего, рисую. Вероника, помоги мне, пожалуйста, разобрать старые вещи наверху. Пап, ну я только начала. Можно я дорисую? Помоги мне с вещами и можешь рисовать сколько захочешь. Ну ладно, пойдем, потом дорисую. Пойдем. Я думаю, мы быстро закончим. Вот. Ого, какой здесь бардак. Ну, ты начинай, а я сейчас приду. И с чего же мне здесь начинать? Да, папа мне, конечно, задачку задал. Ребята, чтобы я поскорее прибрала этот бардак, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк этому видео. А я начну разбирать коробки. Надеюсь, я ничего не разбила. Какая интересная раскрасочка. Вероника, у тебя все в порядке? Да, я несколько коробок просто уронила. Да наверняка там какой-то хлам лежит. Не переживай. Ладно, я к тебе позже зайду. Продолжай. Хорошо. Что же это такое? Дневник Аннабелл. Никому не читать. Пойдемте в мою комнату, изучим, что там внутри. Аннабель не читать. Аннабель. Имя такое странное, как будто выдуманное. Ладно, давайте читать дальше. Ребята, вы готовы? Если да, то подпишитесь, а я начинаю читать. Сегодня я начинаю вести этот дневник. Мне очень скучно дома. Я часто болею, поэтому много лежу в кровати. Родители редко выпускают меня из дома, потому что боятся, что я заболею. Мне очень одиноко. Я хотела бы завести кота, но у моей мамы аллергия, поэтому она ненавидит котов. Если бы мне разрешили завести котика... Мы были бы лучшими друзьями. Да, жалко эту девочку. Ей не разрешили родители завести кота. Я надеюсь, что однажды у меня все-таки появится кот. Я собираю разные вещи для него и кладу их в свой тайник, чтобы мама не нашла. Иначе она разозлится. Значит, этот тайник есть у нас в доме. Круто! Мой тайник находится в очень маленькой комнате, которая закрывается на ключ. Ха! Но у нас в доме нет двери с ключами. О! Я знаю! Эта дверь сейчас нужно открыть. Сложно. Открылась! Здесь воняет. Кажется, я что-то нашла. Что это? Вот же ошейничек для кота. Ничего себе! Она бы и правда жила в нашем доме и хранила здесь свой тайник. Ладно, пойдемте ко мне в комнату, еще раз смотрим, что у нее здесь в тайнике. Так, здесь есть, ошейник и мячик, коробочка с наклейками Гарри Поттера и еще с каким-то. Еще какая-то записка, Милли плюс Аннабель равно Best Friends Forever. Картинки, пупыт, еще какие-то здесь штампик, фонарик, ломастер, шарик. А на чем же я остановилась? Ага, вот здесь. У меня совсем нет друзей. В школе я появляюсь редко из-за плохого здоровья. Но сегодня приехали новые соседи. У них есть дочка,
моего возраста. Мы встретились с ней во дворике. Ее зовут Милли. Привет. А ты знала, что мы теперь с тобой соседки? Правда? Здорово. Знаешь, у меня здесь нет друзей. Может быть, станем подругами? Ну, не знаю. Моей маме может это не понравиться. Она считает, что другие могут меня заразить. Поэтому мне лучше поменьше общаться с ровесниками. Да, звучит ужасно. Но ты не волнуйся, я тебя ни за что не заражу. И не буду попадаться на глаза твоей мамы. Правда? Думаю, мы тогда можем дружить. Здорово. Вот это знак нашей дружбы. Вау, какой он красивый и такой интересный. Ух ты! Милли подарила Аннабель браслет. И Аннабель спрятала его в доме. Значит, в доме есть еще один тайник. Но где его искать? Я где-то здесь видела листочек, похожий на карту. Вот он. Лейс, тайное место, второй этаж. Так, кажется, я поняла, где это. Вау! Ребята, я нашла ее браслет. Ладно, пойдемте читать дальше. Прошла уже целая неделя. Мне с Милли очень весело. И что самое странное, я с ней всегда себя чувствую очень здоровой. Раньше такого никогда не было. Обычно у меня часто болит горло или голова. Но с Милли никакая боль меня не достает. А сегодня я впервые была в кафе неподалеку от нашего дома. Мы там были вместе с Милли и выпили вкусный какао. У меня такое ощущение, будто я точно знаю, в каком кафе идет речь. Это точно то самое место. Точь-точь, как в дневнике. Я заказала точно такой же напиток, как Аннабель и Милли. Недавно моя мама спросила, где я гуляла целых 3 часа. В это время мы вместе с Милли сбегали опять в то кафе. Я смотрела на маму, и она выглядела злобно и подозрительно. Я очень испугалась. А, неужели мама сейчас все узнает? Неужели она запретит Аннабель дружить с Милли? Я сказала маме, что гуляла на заднем дворе. И она сказала мне, чтобы я больше так долго не гуляла, а то простужусь. К счастью, она ничего не узнала про Милли. Но рано или поздно мне придется все рассказать. Я не могу скрывать нашу дружбу с Милли вечно. Какой хороший сегодня день! Сегодня мы договорились с Милли погулять сегодня в парке. Я очень редко раньше была в парке. Что-то сегодня Милли опаздывает. Обычно в это время она уже здесь. Я ничего не понимаю. Почему Милли так и не пришла? Она что? Неужели она забыла? Но ведь раньше она никогда не забывала. Милли перестала приходить. Она исчезла. Прошло уже несколько недель, а она ни разу не появилась. Я пыталась спрашивать у мамы, как дела у соседей, ну, где живет Милли, но она ничего не знает. Неужели Милли больше не хочет со мной дружить? Мне грустно и одиноко. Потеряв Милли, я снова сильно заболела. Что же произошло дальше? Почему ничего не написано? Дневник Аннабеллы, часть первая? Значит, это первая часть, есть еще и вторая? Осталось ее только найти. Ребята, ну а если вам понравилось это видео, если вы хотите вторую часть,
то подпишитесь на мой канал и поставьте лайк этому видео. И, кстати, я буду очень много всего писать в сообщество на моем канале. Я сделаю опрос. Вы должны проголосовать, снимать ли вторую часть про Аннабель или не снимать. В общем, как всегда, все решайте вы, мои самые любимые и дорогие подписчики и подписчицы. Ведь я снимаю видео только для вас. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Вероника, почему в комнате до сих пор бардак и ты не прибралась?